Всем привет! Сегодня будем делать очень красивые позолоченные пасхальные яйца. Окрашивать я буду в отваре из луковой шелухи, а золотистого эффекта мы добьемся с помощью желатинового красителя. Берем луковую шелуху. Чем больше ее будет, тем ярче получатся яйца. Помещаем ее всю в какую-нибудь кастрюлю, желательно ту, которой уже не пользуетесь, чтобы не жалко было вдруг окраситься. Я специально взвесила, у меня тут 100 грамм луковой шелухи, целый такой пищевой пакет для продукта. Вот так плотно в кастрюльке натолкала. И теперь надо эту шелуху промыть хорошо проточной водой, чтобы избавиться от пыли. Сейчас я залью, пойду под кран промою и покажу уже готовый результат. Дальше заливаем чистую шелуху водой комнатной температуры, так, чтобы полностью покрыть, литра 2-3, наверное. Ну вот вся шелуха у нас покрылась водичкой. Оставляем теперь настаиваться полчаса. Спустя 30 минут ставим кастрюлю на огонь и ждем, пока закипит. Чтобы быстрее было, можно накрыть крышкой. С момента закипания варим шелуху на небольшом огне полчаса. Через 30 минут огонь выключаем и даем отвару настояться до полного остывания. Я обычно делаю с вечера, а уже на следующий день крашу яйца. Отвар наш настоялся, повторяю, прошла целая ночь у меня. Но если вам нету времени так долго ждать, часа 4-5 будет достаточно. Теперь отцеживаем его через сито. И уже процеженный отвар переливаю назад в ту же кастрюлю. Теперь погружаем в отвар чисто вымытые яйца. В луковой шелухе можно красить не только белые яйца, но и коричневые. Сейчас я для пробы покладу несколько штучек, у меня есть. Они также хорошо окрашиваются, как и белые. Беру коричневые и тоже его туда. Главное, чтобы все яйца были покрыты полностью отваром. Отправляем кастрюлю с яйцами на средний огонь и ждем, пока закипит. С момента закипания варим яйца 15 минут. Прошло 15 минут, яйца окрасились. Но для более интенсивного цвета выключаем огонь и оставляем их еще постоять минут 15-20. Яйца у нас окрасились. Теперь нам понадобится полотенечко бумажное, перчатки, немножко подсолнечного масла и вот такие вот красители желатиновые я купила. Берем один краситель, я уже даже его отрезала уголочек, полюбопытствовала, что это такое. Берем какую-нибудь мисочку, наливаем в нее горячей воды, такой градусов 50-70. Помещаем этот пакетик буквально на пару минут, чтобы он растаял там чуть-чуть. Пока краситель будет доходить до нужной кондиции, мы вытащим яйца, пусть они немножко подсохнут. Такие яйца у нас. Это те, которые белые были. Сейчас покажу вам, которые коричневые. Вот те, которые коричневые, они более насыщенного красного цвета. Так что лучше окрашивать коричневые яйца. Они будут поярче. Яйца высохли, краситель уже тоже размягчился. Одеваем перчатки. Достаем краситель из воды. Немножко красителя капаем на ладонь. Так вот, вторую ладонь тоже смазываем. И берем сухое яйцо. Полностью должно быть сухим яйцо. И промакиваем вот так вот в хаотическом порядке по всему яйцу, делая рисуночек. Вот такие у нас позолоченные яйца получаются. Выдавливаем еще немножко красителя.
Берем следующее яйцо. И поступаем так же. В зависимости от того, больше вы или меньше красителя выдавите на перчатку, от этого будет и цвет яйца зависеть. Хочу попробовать еще другой цвет, он тоже золотистый, но какой-то вроде бы более светлее. Замочила его тоже в теплой воде. Срезаю крайчик. И все так же. Перчатку. Посмотрим. Это более светлее оттенок получается. Если яйцо мокрое, то лучше вытереть его насухо салфеткой. Может, там снизу не совсем хорошо обсохло. Такие вот красивые золотистые яйца у нас получились. Чтобы придать еще более яркий цвет им, мы их смажем подсолнечным маслом. Теперь берем в ладонь, немножко капаем подсолнечного масла, смазываем ладони и берем яйцо и вот так вот его просто обкатываем. И яйца более блестящие и яркие становятся. Вот и все. Позолоченные пасхальные яйца готовы. С наступающим праздником Пасхи вас! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.